Добрый день, дорогие коллеги! Рад приветствовать вас здесь, на этом занятии. И сегодня я хотел бы немножко поговорить с вами на темы, связанные с разными областями знания, с математикой, с компьютерной лингвистикой, с программированием, на таком вот материале. На материале текстов на естественном языке. Мы с вами сегодня попробуем найти ответ на вопрос, что такое расстояние между текстами, как его измерять, что такое похожие тексты, непохожие тексты, и вот попробуем обсудить, зачем это может быть полезно и нужно.